красота, ляпота. Классно, молодец. Я сейчас повторю, может быть. Чувствую я, что пора новую картину писать, потому что вот одна висит. Еще одна висит. А здесь висит зеркало, а должна быть еще одна моя картина. Кстати, на все это меня вдохновила именно Алания. Это я буквально с фото писала. С своего же фото. Ну, не скажу, что это все шикарно, но когда сейчас смотрю, мне уже нравится. Да, я смотрела, мне ничего не нравилось. Кошки косяков много, ладно уж. Давайте не будем сейчас это. Вот как ты, ой, как ты круто. Нет, молодец. Привет. Лавочки с овощами, фруктами, клубничкой и, конечно, море зелени. I can table tennis. I can play table tennis or
Теннис, yes, но table just tennis. Даже в большой, да, теннис мы можем там играть? Это... Bananas. Bananas, apple. Apples, yes, I can buy fruits and vegetables at the shop. Very good. Oh, what's this? Stadium. What can you do here? What can you do in the stadium? Now you can draw. Так, а чтобы что-то написать? Ага. Да, мы также можем здесь стирать, рисовать, писать. Ride a bike. Ride a skateboard. Ride a skateboard, okay. Or scooter, самокат. I can ride a scooter. Очень классно онлайн-обучение, потому что мы позанимались английским, уже все едем на море заниматься своими делами. Хочу знать английский язык? Я хочу знать английский, чтобы путешествовать. Да, и везде уметь разъясниться, да? Ведь английский нужен в каждой стране. Это правда. Будешь мамочку учить потом, да? Потому что Артемчик знает английский уже лучше, чем я. Мамочка. Все благодаря занятиям, благодаря этой школе, которую я вам показывала. Свайпайте вверх, кстати, отметить промокод. Сейчас я вам об этом подробнее расскажу. Заметила, что дети летом информацию усваивают намного лучше, потому что нет дополнительных занятий школьной программы. И Артемчик с таким удовольствием уже ждет начала занятий по английскому. Но еще в этой школе очень классные преподаватели, которые просто в игровой форме преподносит все нужное. Даже Давидик бежит смотреть, как братик занимается, и тоже там что-то повторяет. Очень круто, очень рекомендую эту школу. Дарю вам свой промокод DARIPINZ86. Промокод дает вам плюс 2 индивидуальных бонусных урока в подарок при первой оплате. Ставьте себе плюс 2 бесплатных урока, поэтому обязательно используйте. И вообще, вот домашнее обучение именно летом для детей – это вещь. Вот поверьте мне, у меня Артемчик никогда так ничего хорошо не запоминал, как сейчас. Я очень довольна. Вообще, спасибо ребятам. Очень красивое место. Находится не в Алании, а в Газипаше. Ехать примерно 20 минут. Называется «Голубая лагуна». Красивый у нас марлинчик. Марлин. Маленькими кусочками такими обжариваем, чтобы сочненько было. Красота, лепота. Еще такие цветочки расцвели у нас в комплексе. Сейчас я вам их покажу. Такие красивые. Здесь много-много. Один кустик я сюда переложила. Он прямо здесь на лавочке был. Я просто побоялась, что его кто-то может что-то с ней сделать. И сюда закрутила вот так. Давайте. Вкусно? Ты мне рекомендуешь папу понюхать? Да, понюхай. Как вкусно. А это зато. А это такие, не надо их срывать. Еще розочку понюхаешь? Это не розочка. Не хочу. Это невкусно пахнет, да? Нет, я хочу то, что вкусно. Ты мне давай нюхай все и расскажешь мне, что вкусно.